Александр Бутенко, нападающий футбольный клуб «Болгария». Александр, несколько слов о матче. Матч был на таких встречных курсах. Было много атак, как позиционных, так и быстрых атак, как со стороны нашей команды, так и со стороны «Металлурга». Но соперник забил свои моменты, мы не забили. Очень много было, мы создали очень много моментов, но, к сожалению, так не смогли ничего из них извлечь. «Болгарь» не очень охотно шел в прессинг. Виталий Николаевич буквально подгонял футболистов. Что это, нервы? Нет, я не думаю, что это какие-либо нервы. Это я не могу ничего об этом сказать. Я сидел, так же смотрел игру, как и вы. Я не знаю. Спасибо, Александр.